Город – это его люди. В 2022 году Нарьян-Мар отмечает 87-летие. В честь дня рождения в мэрии прошло торжественное мероприятие. Заслуженные горожане получили звание почетных жителей и ветеранов Нарьян-Мара. Подробности в следующем сюжете. Красный город Нарьян-Мар начинает новый стать. Церемония вручения почетных званий жителям города начинается с праздничного концерта. Приветственное слово собравшимся и поздравление виновнику торжества – городу Нарьян-Мару. История нашего города создавалась людьми, теми, кто родился здесь, кто сюда приехал, трудился и трудится сейчас. Именно благодаря многим поколениям людей наш город сегодня такой, какой он есть. И его не случайно называют как? Жемчужиной Арктики. В торжественной обстановке жителям города вручили знаки отличия, а также присвоили звание ветеран города Нарьян-Мара, почетный гражданин города Нарьян-Мара. Такое звание в 87-ю годовщину заполярной столицы получила Галина Олейник. Высоким званием ее отметили за долголетний и безупречный труд, личный вклад в дело воспитания подрастающего поколения и активную общественную деятельность. Я вас поздравляю от имени Союза пенсионеров с праздником. Алексей Ильич Пичков в одном из своих стихотворений сказал: «Есть лучшие места в этом мире, не спорю». А мы с вами очень любим песню про Нарьян-Мар. Милее всех городов ты, Нарьян-Мар. В торжественной обстановке жители города поделились своими воспоминаниями о Нарьян-Маре, каким он был раньше и как изменился за такое короткое время. Я вырос, родился здесь. Помню, Нарьян-Мар — это еще двухэтажный дом, несколько домов было. С Медовича деревянный тротуар, на заводе деревянный тротуар. В Качгарте я вырос и родился в Качгарте. Там вообще только одноэтажные частные дома были. Елена Хабарова вспоминает Нарьян-Мар как город, где живут очень отзывчивые люди и всегда готовые помочь друг другу. Был город маленький, такой уютненький. Самое интересное, что все друг друга знали. Вот идешь по улице и раскланиваешься: здравствуйте, здравствуйте, все знакомы. А сейчас, конечно, город с каждым днем, прямо не годом, а днем, все более хорошеет, хорошеет. Очень высотные здания, практически много очень, почти все уже живут в благоустроенных квартирах. Нарьян-Мар сравнительно молодой, динамично развивающийся город. В свои 87 лет он имеет славную и достойную историю. И что примечательно, с каждым годом он становится только лучше. Катерина Тайбрей, Владислав Носкин, телеканал «Север».